потому что мы пришли, скажем так, рассказать, что на самом деле в городе Харькове снимаются непомерные налоги, то есть, которые даже как бы Кабмин признал, но ничего сделать не может. То есть где-то с 2000 года, я точно не помню, но уже собрано больше 2,4 миллиарда гривен лишних налогов. То есть на эти налоги собирают, это сам, ставят скамеечки, которые радуются бабушке, которым радуются бабушки и голосуют за эту власть. И я имею в виду не налоги, а коммунальные налоги, за коммунальные. Сейчас, подожди. Все, я успел. Пожалуйста, кто такой Лихорошков? Руководитель департамента. Какого? Жил. Ну, ЖКХ связано.